Да, в музее я, ну, довольно часто бываю. Вот, конечно, замечательно. Все замечательно. А мероприятие, вот последнее было, которое встреча детей Москвы и детей военного Сталинграда, это вообще было великолепное. Очень нужное и очень хорошее мероприятие проводит музей. Встречи и с нашим поколением, и молодежь привлекает. Но особенно, я считаю, надо больше, конечно, молодежи. И они очень это воспринимают хорошо и трогательно. И, короче, надо их почаще, побольше вовлекать в это дело.